Пойди только в третью комнату. У собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака так собака. Да ты не бойся, посади ее на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько захочешь. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно? Я не возьму с тебя ни полушки, сказала ведьма. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.